Всем привет! Вы на канале Ушмаги. Сегодня мы поиграем в игру под названием Steam World Heist. Или Heist. Или Steam World Heist. Короче, как-то так, да? Чужак открыто. Материал дополнения. Чужак разбросан по игре, только от Чопсиу. Можно найти нового персонажа. Опытный, обычный, простой. Это опытный. Ну давай, опытный. Мы что ж, мы не элита, конечно, да, но давай опытного, хорошо. Это правильно можно заявлять перед каждым заданием. О, это интересно. Пайпер Фарадей, знаменитый контрабандист, и на пиратке настали трудные времена. Банда жестоких головорезов под названием Железки занимает эту территорию на окраинах. Они крадут все, что видят, и даже похищают местных жителей. Их присутствие может привлечь нежелательное внимание королевских космических сил. Короче говоря, они вредят бизнесу. Все просто и лаконично. Запасы воды у Пайпер и ее команды на исходе. Они зашли на корабль, чтобы освободить его от неправедного какого-то груза. И разумеется, все прошло по плану. Или не по плану. Или по плану. Или по плану, или не по плану. Как прошло? Ой, это совсем не по плану. Для чего жуткое место? Посмотрите наверх. Да, кстати, игра, она на контроллере, но я... Эй, ребята, вы там как? Игра вообще на контроллере сделана, но я не на контроллере, как вы уже понимаете, играю, а на мышке. С клавиатурой, да. Ну-ну, идите лучше сюда, помогите. Так, разместить курсор. А, это пошаговая тема. Нажмите охранять, чтобы завершить ход. Так. Ковботы. Ковботы какие-то есть. Так, дальше что? Ага, предверь, так. Тут целый ковбот, повезло же мне. Не возвращайся, если заберу твою воду. Когда с тобой закончится, ты пойдешь на запчасти. Ха! Ну попробуй, малыш. Нормас так. А подожди, а тут больше ничего нельзя, типа, да, забрать? Подожди, вон там что-то он... Турель, ничего себе охрана на таком корыте. Пожалуй, я смогу укрыться за той бочкой. За какой? Бля. А не хватит же. А, хватит? Поскольку воровка я стрелять не могу, подожду, пока здесь свою очередь, окей. Так, мне надо взять оружие, чтобы вы не стрелять одним выстрелом. Знаете, укрытие может теперь не засиживаться. А, тут еще, смотри, укрытие. Так, подожди. Такая вот паша. Эффективный выстрел. Три хода. Обычный выстрел у нас тут один дополнительно. А как сделать? А, левый контрол. Типа. Так, камера. И это курсор. Подтвердите. Подтвердить. Прицелиться из оружия. Из оружия. Ты, конечно, не русские. Либо, короче, просто можно к этой, да, к мышкой фигачить. Или нет. Так, тут что есть? Врагов не показывают пока, да? Подожди. А почему ты за... А вот туда я не могу запрыгнуть? Опа. Моряк, долго же в квитан! Ну вот, а я собирался всех вас спасти. Где остальная команда? Их разобрали и увезли, один я остался. Арр. Вот, надо отсюда уходить, пока сами не стали железным лобом. Так точно, капитан. Так. В смысле? А почему ты не можешь? Так, ты.
А он тоже за бочонком, типа, да? Пока пропустим. Все пока. А он не стреляет, этот чувак? Ай. А-а-а! А я не знал, что так можно делать. Хи-хи-хи. Нормас, нормас. А я не знал, что, я думал, типа, этажи не простреливаются, типа, а они простреливаются, оказывается. Вот наш выход, украдем спасательную капсулу. И побыстрее. Нет, подожди. А почему я не могу туда вот забраться? Как туда забраться? Опа. Идеально. Идеальный выстрел. Подожди, вниз. Так, там все закрыто, типа, да? Хорошо. Буль-буль. Так, отлично, мне понравилось пока что. Я только так и не понял, вот туда-то можно было попасть или нет? По идее, да, смотри, там какая-то часть, короче, не открыта. Это... То есть туда можно, в принципе, было попасть. А, ну ладно. Типа все? А, смотри, спасательная капсула. Закончить, чтоб... Здесь спасательная капсула закончится выполнение задания. Собрана добыча 100%, да? Давай, погнали отсюда. Посмотрим, что вам предложат теперь. Все идет по плану, это успех. Контейнер, небольшая, но полезная добыча. Открыть, конечно. Несколько глотков воды, ценный ресурс для стимботов. У меня 643, да? Это прекрасно, это прекрасно. Апытяйку получить. С возвращением, капитан, Вонки. Облом Вонки, пока тут хозяйничают эти же железки, мы себе работы не найдем. И тебе случай дожили до того, что тащат запчасти от часовых ботов. Надо что-то с этим делать. Они утащили туда большую часть нашей команды. А, я еще здесь. Воды мало, продержаться тут будет трудно, значит, действуем минимальными силами. Меня что, не видно? Мы и воды-то, считай, не набрали. Чтобы снова встать на ноги, нужно больше галлонов. Надо мне что-то придумать. Вот этот курс на карте, мэм, и я повезу вас. Надо найти еще галлоны. Ну погнали, чё. Соберите добычу на борту. На борту этого крошечного корабля есть лишь железки-разрыватели. Он будет легкой добычей даже для небольшой отчаявшейся команды. Соберите как можно больше добычи и покиньте корабль. Опытный. А, ну понятно, да. Значит, набор снаряжения, что мы можем набрать. Капитан контрабандистов Пайпер, Фарадей и ее верный пилот Вонки скрывается на окраинах подальше от королевских тюрем. Вдохновляет свою команду на подвиги. Снаряжение может быть... А, но у меня ничего нету, да? Да, у меня пока ничего нету. Я лошар. Головной убор. А, почему? У меня даже нет пекаля, типа, или что?
Ладно, погнали. Ну, так а я не могу ничего набрать. Подсказка. Ускоряться и стрелять в течение одного хода нельзя. Спасибо, капитан. Вы меня слышите? Это Онки. Я нашел на этом корабле открытые трубы, так что могу с вами говорить. Занятие должно быть простым, не как предыдущий. Наберите галлон, сколько сможете. И если найдете эпическую добычу, несите сюда. То есть, может быть, эпическая добычка, да? Ах ты, собака, а как ты стреляешь-то, упырь? Совсем, что ли, с дубу рухнул? Так, чё, дальше сюда пойдем или... Давай сюда пока. Ну, мы сейчас справа через второй этаж сюда пройдем. Опа. Отлично. Отличная слаженная работа. Буль-буль. Буль-буль. А, подожди, я еще могу походить сюда? Так, значит, нам нужно сейчас, короче, так. Давай. Все, да. Опа. Опа-пара-пара-папара. Папара-папа-пара. Так, ты сюда. Да, охраняй пока. Опа, ты куда это сам? Ты че, дурак? Так, подожди. Да, это плохая была идея, ладно. О, вот сейчас мы его и прикончим. Шикарно. Шикарно. Так, ты. Сразу. Ну, давай сразу туда пойдем. Ну, а что ты идешь? А, все, отлично. Так, это мы открыли. Ну, давай, иди сюда. Все, уже вход кончился. Так, ты пока тогда здесь сиди. Так, ты идешь сюда, забираешь баблосы. Вниз спускаешься. А, еще одна добыча есть. Смотри, нам... Нам все тут рассказывают. Опа-на. А, нет, стоп. Ну, он завис за этой башней. Мне никак не получится его убрать. Пока охраняем. Прикольно. Фак. Шикардос. Шикардос. Так, значит, воды у вас теперь достаточно, а за железок нам не платят. За железок нам не платят. За железок. Железок. Ой, ты дурак, а? Железок. Берите добычу и идите к спасательной капсуле. Железок. За железок. Это что как ты... Ты не русская, ты... Не русская, ты бочина, да? Шмега-шмега, ну что ж ты... Железок. Любишь железок, люби и холодок. Так, больше ничего тут, да, нету? Эх, тут какую-нибудь типическую эту. Ну ладно. В принципе, все, да. Эвакуируешь. Заканчиваем ход, да, и валим отсюда. Собрано с добычи соточку. Пополнение успеха. Это шикарно, шэм. Большой приз, редкая по нашим временам находка. Внутри почти наверняка будет нечто более впечатляющее, чем обычная ваша добыча. Эпическая добыча дает плюс один к репутации. Это прекрасно.
Пистолет Мертвец. Урон 3-4, критический плюс 1. Примитивная, довольно точная пушка делает то, что и должна делать. Ну, собственно, логично. А что мне надо сделать? Три звезды, то есть все шикарно. Еще опыта. Тихо, новая способность. Член команды получил в бою новую способность. Чтобы увидеть описание способности, откройте ее. Новая способность. Здоровье. А я не мог вот это, типа... Или мог? Наверное, не мог, да? Это персонаж на единицу, понял? Так, давай, моряк. Новая способность. Расплата. При получении урона штурмовики разъяряются. Следующая атака разъяряет штурмовик, значит, 2-1. О, вот это классно, да? То есть его немножко задели, и он все, 2 единицы плюсом фигачит. Красава. Подожди, я там кепку подобрал. Кепку что, не дадут за кепку? Или не дадут? Вот теперь достаточно. Давайте потратим ее в баригетто. Я бы новую пушку, надежную пушку, но лучше мне опытный напарник. Я думал, в баре Гетто нам больше не рады. Ну, у нас ведь теперь есть галлон, а Гетт парень разумный. Подожди, а что там, я могу с ним побазарить, о чем? Я думаю, теперь у нас достаточно воды. Ну, короче, ну, типа, ничего нового не... Не рассказали нам. Баргетто Перетта. Гетто недолюбливает контрабандистов, но говорить с ним можно. Стыковочка. А, стыковочка через это. Ага. Все время, короче, направо стыковка. Все, я понял. Здорово, братюня. Я же, кажется, говорил тебе здесь не появляться, Фарадей. Говорил, говорит, нам просто запас пополнен. Драка сильно вышла с железками. Железками. У меня и голодов достаточно, дай мне закупить, зачем надо, и я сразу уйду. В прошлый раз ты взяла немного больше, чем оплатила, но мне нужна твоя помощь. Ну надо же, вот теперь я слышала все. Железки всем нам сильно навредили. Несколько дней они даже похитили Мосби, сборщика влаги. Он жил недалеко. Вчера они украли месячный запас для бара, и теперь я не смогу заплатить роялистам водный налог. Ну, нельзя же допустить, чтобы железки так донимали местных жителей. Что другое найдешь, забирай. Главное, мне перепасы верни. Ты у меня вроде как в долгу, Фарадей. О, смотри, а там что-то можно выиграть, типа, да? Окей. Ну, капитан, как там старый Гетт? Ну, не только у нас проблемы с этими проклятыми железками. Откуда они берутся вообще? Позоры только по чем зря пиратское ремесло. Если железки распространятся еще больше, без королевской размещения сил, и явно не обойтись. Если до такого дойдет, нам на окраинах и приткнуться негде будет. Тогда давай поможем Гетту и с железками заодно поквитаемся. Я не могу это слово теперь нормально читать после железок. Я теперь, да. Разберемся с железками и... проучим этого разбойника, который Гетто донимал. Окей, давай. Подожди, но мне же вначале вот сюда надо, да? Тройная угроза. Корабль принадлежит жутким железкам рубакам, нападающим на влагособиратель. Команда должна остановить его, чтобы прекратить похищение. Да, давай. Инструктаж. Ну я только что прочитал. Подожди, у нас есть оружие. Да, вот такое есть оружие. Или тебе могу дать оружие, или тебе. Не, ладно, забей. Подожди, а у тебя какое оружие? Ну ладно, так, а тут что у нас есть? А сюда я могу гранату? Да ладно. Прикольно. А что вот здесь new? А, я могу разные давать, да? А это ничего не важно, да, что я одену? О, а можно вот этого доктора Зойдберга?
Да, начинаем. Да, мы оденем этот котелок, который будет нам шикарно. Начальное оружие Пайпер снабжено лазерным прицелом и все снайперское оружие. Но! Это очень смешно. Иди сюда, моряк. Открывай, коль не шутишь. Взрывоопасное говнище, смотри. Я бы за взрывоопасное говнище бы не садился. Давай я тут поставлю пока. Нормально. Ай-яй-яй. Так, откуда я смогу стрелять отсюда? Ой-ой-ой. Собака. У него расплата. Но расплата мне ни о чем не говорит. Ну, это бессмысленно. А, не бессмысленно, погодь. Что ты делаешь? Зачем? Ну, блин, я перепутал, ребят. Извиняюсь. Что такое? А, у меня вообще все съехало. Активируешь после того, как враг нанес... Ага. Да не, все, ладно, забей. Вот это вот плохо. Потому что я хотел... Я хотел вот так вообще-то сделать. Какого хрена с первого раза не получилось, я не знаю. Ну ладно, так. А шляпу забрать? Я надеюсь, у вас оборванцы есть ангелы-хранители. Ангельские линзы. Опа. Опа-опа. Опа-па-па. Так, ладно. Ладушки, ладушки. А я стрелять могу? Ну, аккурат стрельнешь. Опа-на. До свидули. Опа. Собака. Собака, тварь. А ты можешь сползти? Это не ты! Ну, блин! А, я уже не могу стрелять, я понял. А, не могу. Ой, я могу в бочку ему фигануть. Стоп. Шикарно. Теперь Пайпер ходит, погнали. Да, очень много пропустил этого. Очень много. А я могу что-нибудь забрать с него или нет? Мне теперь нужно моряка, короче, далеко. Я, по-моему, ничего не могу, да, собрать с этого, с железяки, с этой. Убейте тройняшек. А, то есть это еще не все, да? Подожди, а у тебя есть этот? А, ну и лечилок у меня никаких нету. Да. Окей. Ну чё, без лечилок сейчас будем. Доктор Зойдберг этот, конечно, это очень смешно. Блондинчик, в этом мире есть два типа людей. Мой друг, те, у кого заряжено оружие, и те, кто копает. Смекаешь? Смекаю. Смекаю. Мазафака. Ай. Ай. Как бы так сделать? Как бы так сделать? Фа! Опа, одна. Так, это ладно, мы сделали. Нам подфартило прям, несказанно подфартило, я бы даже сказал. Погнали. А хп не восстановить никак, да, получается уже?
Ну давай, давай, да, бежим туда, туда. Там, значит, еще один остался там. Блин, ну тяжело, слушай. Не то, что тяжело, но... Я пропустил пару ударов, очень, очень таких неприятных. Они мне не понравились, если честно. Когда надо стрелять, стреляй, а не болтай. Туко! О, Туко, это из «Во все тяжкие», если кто смотрел, там был такой мексиканский Туко. Так, а что я могу сделать? Я могу, в принципе, за эту бочку сесть. Ну, давай я так и сделаю, да. Опа-на. Опа-на. Так. Так. А его никак не восстановить, типа, будет, да? Да, прикольно. Ну, да, бывает, бывает. Так, значит, я... Что-что? Восстановление чего? Сырский головной убор. Наглядное стали сразу того, что голос это держать в холоде. Вообще желательно сохранить хладнокровие. Может также служить мороженое. Слушай, а как делать этот... Как гранату кидать? Я так не очень понял. Ладно, ребят, сейчас вроде я... Да. Лоханулся, лоханулся. Лоханулся там пару моментов. Пару моментов. Пару моментах, поэтому... Давай-ка сразу наверх пойдем. Ага, Туко, Туко там уже, да? А мы пропустим. А, вот этого можно было убивать. Опа, а что, так можно было? Да, я вот... Опа, вот теперь... Фак. Минус один я сделал у этого, да? Минус один, да? Так, моряк. Ты слишком долго плавал. Что делать будем? Нет. Нет, фак. А вот это нечестно было. Ой-ой-ой, я вообще ужасно играю. Так, нет, подожди. Да ёп! А я не могу ходить, типа, или чё?
Так, ну это очень... Блин, опять получается, что очень много ХП. Я не смог, короче, ХП. Понял меня, да? По 3 ХП, то есть, ну, такое себе. Может быть, сейчас такое, что и сейчас подобосремся немножко. Было бы, не, было бы печально, да? А как я сюда попасть мне надо? Подожди. А почему хилок-то нету? А, вот гранат-то где, справа, да. Я тупой, не вижу ни хрена. Да. Так, ну ладно, надо собраться. Там осталось-то нам чуть-чутка, один тройняшкин этот остался, и все. Надо их уже все гробастать в лапы. Чпок. Водичка. Ну, я уже читал, да. Так, знаешь что? Знаешь что? Давай-ка вот так сделаем пока. Да. Да пусть они двигаются, а мы пока... А мы посмотрим. Опа. Опа-на. Так, вот это как делается. Ага. Так, основную миссию-то мы выполнили, но... Но не основную, нет, так, охранять пока, да, стоим, ждем. Так, минус один. Ой. Блин, а вот в этот... А, в этот угол я не могу, да. Так, все, шикарно. Подожди, но у меня еще тут есть он, этот. Шикардятина, шикардятина. Все, в принципе, мы с тобой здесь все закончили. Эвакуируйтесь, но нет. Так, и у нас шапка. Шапка, да, еще? Шапка-ушанка. В принципе, все, да? Вроде все собрали. Не все. Вот это вот и... вот такой вот обман. Обманщик. А раньше же он писал тут, сколько надо что собрать. Теперь не пишет, типа. Я недостоин, типа, этого, да, больше? Так как умер, наверное, да? Это мне стоило сколько-то воды, да, насколько я понял? А, подожди, у меня еще вниз есть дверь. О. То-то и оно. То-то и оно. То-то и оно. Так, разок. Разок, разок. Так, погнали. А, да. Я все время забываю, что здесь надо такую штуку делать, да. Так, хорошо. Хорошо. Пропускаем. Проходим. Заканчиваем ход. Отлично. Соточка. Всего соточка. Это прекрасно. Тройная угроза. Успех. Но у нас еще один был. Контейнер открываем. Открываем. Стрелять быстро, с предохранить снимается легко, целиться особо не надо, пули и так летят во все стороны. Малая дальность, разбор роли с пул. Пул. Открываем-ба. Ооо, найс. Пусть малая дальность стрельбы вас не обманывает. Кусается эта штучка чувствительно, считая 5 пуль сразу во все стороны. Класс. Фронтир. Так, водится. Головной упор. Нормально. Да, и опыт, да? 66.
Блин, ну да, до следующего уровня далеко, ты понял, да? Долго еще, в общем. Эти дранишки фермеров уже не побеспокоят. Надо теперь преподать такой же урок тем, кто забрал запасы гетто. А у меня хпшка восстанавливается после каждой миссии, да? Или нет? А как я могу кого-то нанять? Подожди. Я видела в баре гетто активно молодую леди. Погнали. Ну чё вы не говорили-то? Алло. Чё не сказали-то? Я, может, вообще там могу в этом баре... Подожди. В этом баре там он ещё какой-то что-то есть. А, вот эта тёлка, типа, да? Да ладно. Подожди, а вот тут что такое? Выбирать не спешите, а хотите, можно купить все разом. О, что за аптека? Уровень 75, добавляет действие, плюс 2 к здоровью персонажа. Можно использовать один раз за задание, а произносит время ключ к выживанию. Стоимость... А, 300, а почему тут... 75 написано, а тут 300. А здесь что? Добыча. Нет, ладно, пойдем к барше. Да я вижу привычно к тяжелой работе. Салли. Наш умеем маленько, лучше убить паразитов во всей окраине не найдете. Замечательно, нам такие как ты нужны. Да ведь я кому попал не помогаю, тут не в колоннах дело, репутация у вас должна быть. Я на ферме-то много разных пройдох видала, но я ж не дурочка какая. Но... Так, у меня хватает вроде, да, Салли нанять, да, давай. Эй, буду готов стрелять, да, искать сокровища прям как дом на ферме. Все, я могу убегаться. Отлично. А, слушай, так смотри, я здесь могу еще несколько, да, на корабле несколько этих... То есть команду увеличить могу, в принципе, намного, да? Инструктаж, железка рубака по имени Эдна Джейнс бежал со всеми товарами. Найдите ящики и скройтесь с ними. Окей. Так, смотри, знаешь, что я хочу сделать? Да, вот тебе вот это. У тебя все нормально. Не ссы. Все, да? Да. Давай, погнали. Погнали. Подсказка, с помощью там можно приключиться между прыжками. А, это не то, этот вонки. Это крупные двери прочно заперты. Там они наверняка хранят украденное добро, в том числе запасы гетто. Охрана системы работает от генератора. Разбейте его, потом возвращайтесь, забирайте то, что внутри. А, ну вот эту дверь, короче, мы не откроем никогда. Да? Никогда. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Моряк. Ты слишком долго плавал. Я на самом деле нужно будет поменять им оружие. Я что-то тупанул. Моряку нужно этот. Опа. Опа-на. Так, пока стой тут. Ах ты собака усатая. Так, замечательно. Замечательно. Так, ты идешь сюда. Идешь сюда, ты. Сюда. Нет, ты, короче, наверх пойдешь. Да. Так. Ты. Идешь сюда. Ой-ой-ой, не то. Вот сюда спустись просто и все. Не беси меня! Шикарно. Переключи. А, только ты можешь ходить? А, ну да, прикольно.
Не, чего? А, ну ладно. Эдна Джейн, что это у нас мелкий нахальный ковбот и ползает по нашему кораблю? Так, им кузина. У нас... У вас нет шансов. Это теперь район железок. Мы вас разберем и по частям отнесем мамаша. Когда мама воплотит свой план, нам железкам даже королевские силы будут не ровня. И все колонны будут только у нас. Понятно, один только вопрос. Если у вас одна мать, как вы все можете быть кузенами? Заткнись. Мы стрелять не можем, но мы можем сдриснуть вот сюда. Надо убирать вот эту срочно, мадам. Вот сюда, например, и пульнуть. А? Нет. Так, морячок, моряк, морячок. Бля, что-то я про тебя забыл вообще. До свидули. Нет. Ну ты ж там как-то вот, вот. Да ё-моё. Ой. Смысл? Да. Да подожди ты. Ну что ж ты все хочешь меня обмануть? Фак. 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 Нет. Я лошара, я тут долбан. Я лошара и долбан. На свидули. Так. Погнали. А, сейф не открывается, да? Все шикарно, мы можем открывать дверку. Все, обратный отчет? Фак. Что там было? Это сигнал, кажется, простая. Она обозначается значком. Впрочем, железки еще прибудут. Так что берите запас готовы как можно скорее. Опа-на. 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 Вот те и опа-на. Сейчас еще прибудут железки. Воу. А знаешь-ка чего? А давай-ка мы сдриснем вот моряк. Давай-ка ты вот сюда сдриснешь пока. Да, все правильно я. Все правильно я сделал. Так, а Салли, да, Салли побежит. Салли побежит, короче, у нас этот. Опа-на! Вот это плохо. Да, погнали к Салли. Твоя башка, ля-мана-на-мана. Ой, что, ударит? Это плохо. Это плохо. Это отвратительно. А почему руками? Подожди. Ну ладно, руками так руками. Фак.
Я пока здесь... Нет, я поднимусь сюда. Я просто не знаю, откуда попрутся они еще. Да блин. Так, надо стрельнуть в это говнище. Ай! Да ну! Фак. Вот за этим мы и пришли, а теперь скорее уходить, пока к вам не налились еще железяки. Да ну! Как так-то? А че так много? Камон. Ай! Нет, ну нах. Уходим. Или не уходим, подожди, кто там? А у тебя граната есть? Отлично. Так, ты? Ничего себе, он меткий. Отлично, так, ты. Шикарно. Валим нах. Нет! Фак. Тяжело. Очень тяжело. Так, ну-ка ты, моряк, что ты можешь сделать? А ты не попадешь, да? Стоп. Тогда... Чего? Ну не, ну это бред! Ну не, это, короче, это херня полная. Пока моряк, короче. Не, это полная херобора. Потому что я хотел уйти вот за этот ящик, а он мне не разрешил уйти. Потому что он почему-то подумал, что я хотел выстрелить. Получится, мы сейчас потратим несколько денег, да? Части тела. Ну да. А, этим типа не дают, да, опыт? Так, и что с частями тела делать? Подождите. Сейчас мы... Я думаю, да, мы сейчас восстановим их и... А, все, они восстановлены, типа. Груз взят, мэм, возвращаемся к Гету. Да, скинем его запасы, расспросим про... И расспросим про эту мамашу, что психами управляет она. Если банда железок продолжит разрастаться, то когда явятся яро-роялисты, будет настоящая война. О, итак, проблема, да, без задержанных роялистов! Да, так, а как тут сохраниться? Подожди. А нету, да, сохранения. Ну, просто можно выйти, типа, и оно будет, типа, как будет этот, да? Ремящик, это попробуй зайти, кто за главного у железок. Ну, погнали.
тут еще какие-то, да, появились. Приближением. Но на самом деле, на этом давайте закончим нашу первую серию по этой замечательной игре. Спасибо всем, кто ставил лайкосы, кто подписывался на канал. С вами был Шмыга. До новых встреч. Всем пока.